Добрый день. Вот наш с вами громкоговоритель. Из него выходит кабель с тремя проводами. Зеленый, он не будет у вас использоваться. Я его замотал изолентой, его вы не используете. Дальше идут черный и белый. Они здесь обозначены. Черный ком. Мы его берем и на задней панели усилителя, в левый, вот в этот вот, в левый клемник, мы смотрим тоже здесь черное, подписано ком. Соответственно, в нее же вставляем черный. Вот отжимается, аккуратненько вставляется, зажимается. Белый, соответственно, 15 ватт, да, то есть это на максимальную мощность. Белый мы втыкаем во второй. Вот, все, вот так у нас выглядит с вами подключение. Все, значит, дальше здесь, что еще сразу расскажу, здесь дополнительные входа, если еще какой-то вы будете включать внешний там проигрыватель, да, допустим, микрофон можно, FM, это, сейчас покажу, вот в комплекте идет вот такой провод, антенна для лучшего приема. Для радио. Для радиоприема, да, радио, вот сюда втыкаете, значит, и этот выводите куда-нибудь там наверх под потолок, да, чтобы просто как антенна. Все, значит, мы подключили. Теперь. Сейчас. Вот теперь вот у нас передняя панель. Значит, включаем усилитель. И дальше уже к усилителю есть описание на русском языке. Там все функции, все ручки, все это описано. Да, есть пультик. Вот. Ну, соответственно, пультиком сейчас вот радио для примера выбираем. Вот у нас что тут, вот 93. И, соответственно, вот ручка тоже подписана, FM. Вот эта ручка, она отвечает за радио, допустим, да? Либо она же за MP3-плеер, если флешку вставляете. И все аккуратненько, то теперь поднимаем громкость до нужного. Вот, значит, теперь, если вы кабель, значит, двумя вариантами, да, он на, чтобы он на расстояние нужное вышел, либо вы берете дополнительный, да, какой-то кабель, двухжильный, да, две жилы понадобятся, соответственно, наращиваете и, ну, в этих местах, да, аккуратненько скручиваете изолентой, да, чтобы тоже все было плотно, вот. И уже потом внимательно, да, вот то, что я говорю про цвета. То есть черный у нас должен в итоге прийти вот сюда в ком, белый должен прийти вот сюда в красный второй вход. Вот. Если вы, значит, не хотите наращивать, более надежный способ, это, значит, вот здесь вот этот кожух на винтах, он снимается, да, и там, соответственно, тоже свои клеммы. Вы вот этот провод как бы убираете, да, туда сразу продеваете здесь свой какой-то вот кабель, который у вас будет, там его, соответственно, закручиваете и в соответствующие, да, соответствующие проводами уже сюда же выходите. Все, ничего сложного.